красные, черные, бурые и даже зеленые. Родственники дождевых червей. Гермафродиты и ровесники динозавров. Пиявки. У них 10 глаз, 3 челюсти и около 260 зубов. Они занесены в Красную книгу и охраняются законом. Известно более 500 видов пиявок, но лишь один из них медицинский, а метод лечения пиявками называется герудотерапия, который лечит огромное количество болезней. Но самые распространенные – это остеохондрозы, артрозы суставов, гинекологические заболевания. Это и спаечные процессы, и воспалительные заболевания, и всевозможные кисты, образования в малом тазу. И перед подготовкой женщин к ЭКО, и варикозное расширение вен. Многие люди боятся ставить пиявки, потому что считают, что это очень больно. Давайте прямо сейчас проверим, какие это ощущения. Какие ощущения у вас? Вы знаете, легкое покалывание, но не больно. Даже немножко приятно. Эти маленькие лекари чувствительны к запахам. Перед процедурой обязательно примите душ и не пользуйтесь парфюмерией. Пиявка сама находит на теле человека благоприятную точку. Вбрасывая в кровь не только герудин, способствующий предотвращению свертываемости крови, пиявка обогащает организм человека целым коктейлем полезных веществ. В среднем процедура длится 40-60 минут, а количество пиявок за один прием зависит от веса человека. Противопоказанием для этого метода лечения являются онкологические заболевания, заболевания крови, такие как гемофилия и тяжелая анемия, и беременность. Каждая пиявка одноразовая, после процедуры их утилизируют. Место укуса может обильно кровоточить до 12 часов, поэтому рану нужно тщательно перевязывать каждые 2-3 часа. Казалось бы, гадкие твари, зрелище не для слабонервных, но у этого маленького источника здоровья чувствителен не только нюх, но и слух. Существует мнение о том, что пиявки даже могут слышать музыку, и не просто слышать ее, а даже двигаться в ее такт. Давайте проверим. За такими прекрасными существами, как называет их югорчанка Марина Бурова, нужен особый уход. Менять воду, кормить один раз в полгода. Своей кровью. Такие вот необычные домашние животные. Необычен и метод самой Марины, который она использует вот уже на протяжении 2 лет. Имея медицинское образование, она лечится пиявками. В больницу не ходит, крем для лица тоже не нужен. Пиявки – ее все. Через сутки. В сутки она обогащает всеми необходимыми ферментами, медикаментами. И уже через сутки я использую эту кровь, разрезаю ножницами там, или скальпелем. И использую ватным тампоном, наношу масочку на лицо. Эффект мощный лифтинг. Это энергетически идет массаж. Противный червь или больница на щетинках? Каждый выбирает для себя сам. Справедливости ради отметим, что в настоящее время активно изучается вопрос лечения пиявками от злокачественных новообразований. А если вы заметите на теле человека маленький логотип Мерседеса, то, скорее всего, этот человек недавно ощутил на себе всю пользу герудотерапии. Но в любом случае перед процедурой проконсультируйтесь с врачом.